Заинская делегация 22 февраля приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, которые проходят в столице Республики Казани. В Казанском парке Победы в День защитника Отечества возложили цветы к вечному огню, колоннада мемориала славы. В мероприятии приняла участие заинская делегация, в состав которой вошли руководители исполнительного комитета Ильнар Хафизов, военный комиссар района Айрат Аглимзянов, представители общественных и военно-патриотических организаций, ветераны боевых действий, активисты движения «Юнармия». Делегаты возложили венок к вечному огню в честь защитников Отечества. Заинцы несли цветочную композицию, чтобы склонить головы в дань памяти героев, которые погибли, защищая Родину. Также заинская делегация приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, с участием президента Республики Татарстан Рустама Миниханова, которое прошло в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.